Привет, чувачки. И что же это? Это Бэтмен? Это практически... Я чувствую, что это будет концовка второго эпизода Бэтмена. Так что, ребята, внизу там кнопочки разные. Можете и подписаться, и на группу ВКонтакте, и на канал, и на Инстаграм. В группе ВКонтакте, кстати, указаны все новинки, которые я буду проходить. Так что заходите, будьте в курсе. В описании там в группе указано. Все, продолжаем. Эта женщина подозрительно на меня смотрит, такое ощущение, что главное наконец-то голову не поднимать, надо к оцеплению пробраться. Называется «Голову не поднимать». А теперь слово нашему спонсору. Мои угнетенные братья и сестры из Готэма, бояться нечего. Мы — дети Аркхема. Мы уже покончим с этим маскарадом. И на корню извести коррупцию в своем городе. Че за цирк с... фана, не знаю, как тебе, не знаю, Джейсонами, Вуркисами. Сегодня вечером мы покажем вам правду. Дело выходит из-под контроля. Они понятия не имеют, что этот человек скрывается за маской. Кем он ни был, маски у него есть. Рухи пачкает кого-то другого заставил. Посмотрите на этих бесхребетных тварей, избранных в руководство. Давай, радость моя, ты знаешь, что делать. Черт возьми. Кандидаты, маски снимите. Типа они сейчас будут драться, наверное. Кажется, велика вероятность, что... Что да, и придется их разнимать. Но у них пройдет действие вируса. Главное сделать так, чтобы они не поубивали друг друга, я бы сказал. Покажите год свое истинное лицо. Выскажите свое истинное мнение о городе, кто якобы любите. Все в Готэм видели, как ведущего застрелили в прямом эфире. Что происходит? Прежде всего, нужно сжечь бедных. Не диератов, которые ждут подачек. Пусть моя воля собрать бы всех бездомных в одном месте и сжечь. Это тебе есть что сказать? Вы так хотите мое мнение узнать? Конечно, у Готэма есть изъяны, а у какого города их нет? Изъяны и делают его прекрасным. Изъяны меня и мотивируют. Я хочу сгладить шероховатости и сделать город... Этот город еще не поздно спасти. Вырвать его из лап коррумпированных политиков. А как же коррумпированная элита? Люди, состояние которых делались на трупах. Любят твоего друга, Брюса Уэйна. Такой же злодей, как и он, с радостью или что, чего не хочешь замечать. Включить пленку. Что это такое происходит? Девятый испытуемый. Папа, я думал, твой отец мертв. Девятый испытуемый. Эстер Коблпот, вас признали психически больным. И бессрочно помещается в клинику Архим под опеку штата. Пожалуйста, я продам тебе землю. Пожалуйста, не надо. Шанс у тебя был. Надо было соглашаться за то, что мы тебе предлагали. Да и лекарства. Томас, мы... Наши друзья. Наши дети вместе играют. Блин, что из угловатые лица? Посмотрите на этот. Посмотрите на эти угловатые головы. Макс Пейн один. Посмотрите на эти угловатые. Серьезно, что это за... Что это за 2001 год? Теперь ты знаешь. Теперь увидишь. Возьми, они позвали молодого Рассальгуля на службу. Меня пугает эта ситуация, ребят, все явно вышло из-под контроля. Если первый эпизод был спокойным, то сейчас... Бэт, умеешь ты красиво заявиться? Ха, минус один заложик. Вперед! Что же вы из него делаете?
Что называется, перевернуть столы. Черт возьми, он поломал мой дрон, дорогой был. Нет, пожалуйста, я все исправлю. Это вряд ли. Я дал тебе опеку. Это все Томас Уэйн, а не я. Я пытался его остановить. Давай, давай, вот. О, все, это молодой Рас аль Гуль получает. Я Томаса Уэйна убрал. Это в его духе. Он не знал, как надо остановиться. Потому я велел его убрать. Значит, Мархил, блин, нет, это 100%. Бедную старушку мать этим не вернешь. Это для нее. Я больше не позволю тебе убивать. Где в свою очередь, Дент. Черт, то он убил его. Смотри-ка, ему не нравится электричество. А где твой друг Брюс Уэйн? Твой главный сторонник и не лица. Ну блин, Дэн, что ты такой хилый? Блин, накачанная. Бэтмен! Революция уже началась, прецедиться уже поздно. Я тебя размажу, все кончено, пингвин, отпусти. Все кончено. Твоей революции конец, пингвин. Ладно, клише, напротив, мы только начали. Проклятие. У нее вроде как не пули пробивает. Броня, очки. Черт, нет, 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 не бей его. Ой-ой, спасать. Ну киска-то выберется, я верю в киску. Как вы думаете, кошка выберется? Помочь Харви, помочь Харви. Мистер Дент. Черт. Спасибо. Не стрелять, черт побери. Я не думаю, что я сильно обидится. Наверное, будем надеяться. Где этот маньяк в маске? Ну, это явно буду не я сейчас. Постойте. Образец. Он сбежал. А маску можно музей отдать? Если честно, еще нет. Что же, ребята, ух. Жестокая заварушка и дети Архима, видимо. Я думал, кстати, окажется, что Брюс у нас как-то связан. Мэрия царит хаос, подтверждена гибель мэра Хилла. Арестованы несколько членов группировки «Дети Архима», однако пингвин все еще на свободе. Ух, эти загрузочные экраны, ребята. Могли бы биографию героя, честно говоря, на них поставить. Как вы считаете? По-моему, отличная идея. Еще не поздно пропатчить игру, Telltale, еще не поздно. Meanwhile, the Wayne family scandal continued to escalate after the full list of Thomas Wayne's victims was released to the public. Черт, это пугает. Мистер Уэйн. Лейтенант. Лейтенант. Знаешь, он счастливчик. И будь здесь Бэтмен, все могло бы обернуться куда хуже. Останутся шрамы. Да ладно, это еще не страшно. Хоть, блин, лицо ему не сожгут кислотой. Пока что. Пока что. Время еще есть. Боже мой, задронился. Видел ее? Нет, ищи следы крови. Вот там. Ну ладно, не могла она далеко уйти. Адвокаты Брюса Уэйна пока не дают комментариев. Мы
Мы, дети Артема, мы открыли тебе глаза. Эпизод 2. Дети Архима. Пора подвести итоги. Вы облегчили боль Фалькона или оставили его... Ну да, ну блин, насиловать-то его зачем удобно? Как с титрами придумали, прямо в кино поцеловали, да? Что-то я прям мейнстримный выбор, ну да, здесь такое. Я думаю, мы переиграем этот момент. Прекратили финансировать компанию Харри, продолжили. Ну, я что-то вообще какой мейнстримный игрок, вам не кажется? Ну, разве что, если Селину или Харри. Конечно, большинство ринулись спасать девушку, а я такой, нет, надо спасти мэра будущего, скорее всего. Так что практически всегда я был с большинством, кроме самого последнего случая. Меня, кстати, поражает такая жесткость вот некоторых, что типа финансирование компании Харри. Я уверен, что это вот будет иметь далеко идущие последствия. Вроде как выбор такой, скажем так. Next time on Batman. В следующем эпизоде Бэтмена, сериал от Telltale. Batman saved me. Бэтмен спас меня. Да не знаю. Я знаю, что это еще не конец. Кто эти люди, Брюс? Городские власти в панике. Так называемые дети Архима погрузили город в безумие. Но их предводителя, носящего маску, пока не видно. Может быть, это было? От их руки погибли Хилл и Фалькона. И на всех устах лишь один вопрос. Кто следующий? После известия о том, что твой отец отправился в Архим, не... отправил в Архим неверных людей, и весь город хочет видеть твою голову на колу. Вейны всегда управляли этой компанией, но сейчас... Они хотят решить, каким будет твое будущее в этой компании. Блин, Кобол вот так скрючил рожу. Неужели Брюс Уэйн действительно стоит того, чтобы так рисковать? Вторая любовница Бэтмена... Что тебе от меня нужно? Ты знаешь, чего я хочу. Хватит играть в прятки. Это не для всех. Брюс Уэйн, в конце концов, получит по заслугам. Игра зависла. Брюс! Брюс! Все? Следить за привещей Бэтмена везде, где продаются комиксы или книги. Книги? Книга о Бэтмене? Вы смеетесь. Своем деньги и не упустите... Не, спасибо. Не надо. Не хочу, нет. Я по отдельности люблю покупать. К тому же, третий эпизод я постараюсь все-таки проходить, во-первых, вечером, а не ночью. Во-вторых, чуть пораньше. Чуть пораньше. Что же, ребята, мы с вами прошли второй эпизод к этой потрясающей франшизе, скажем так. Пишите, как вам эпизод вообще, что как бы... Как оно вам, как зашло, не зашло, понравилось, нет. Мне понравилось очень острый сюжет. И первый, честно говоря, был разнообразие. Этот мне показался каким-то, не знаю, как будто каким-то немножко каким-то смазанным продолжением, я бы сказал. То есть, раньше первый эпизод выглядел как разнообразный, было куча всего. Этот эпизод, во-первых, показался мне короче, во-первых. Во-вторых, он какой-то немножко смазанный получился. Как бы очень много всего, и при этом как-то особо ничего. То есть, ну, героев с Гульки Нос, Мэр Хилл, считай, и все, больше новых героев нету. Развитие отношений персонажа вообще на минимуме. То есть, как-то вот вроде как все было, так и осталось. То есть, по сути, мы лицезрели, даже последствия мы еще не лицезрели. Но, по сути, у Telltale часто такое бывает, что второй эпизод немножечко невзрачный. Вспомним Minecraft Story Mode, вспомним The Wolf Among Us. То есть, можно вспомнить... Все эти игры, второй эпизод у них был такой, знаете, спорный. Мне кажется, это такая притирка определенная. Думаю, что третий вот уже будет такой, знаете, будет тема разгоняться. Четвертый, скажем так, ударит в точку, а пятый поставит вообще точку во всей эпопее и покажет нам зубы. Что же, ждем. Будем надеяться, что Telltale будут дальше поддерживать такой активный выпуск эпизодов, потому что, блин, они это... Ну, я чувствую, что у них как будто уже все готово, все сценарий написан. И будем надеяться, что все как бы уже сделано, и первый, то, что вот первый и второй эпизод вышли так быстро, практически с разницей в месяц, что ли? Я думаю, да, где-то с разницей в примерно месяц. Я думаю, что, надеюсь, по крайней мере, что так продолжится. Ладно, ребят, всем спасибо за просмотр, всем пока, сладких или снов, или же приятного дня, и увидимся с вами в следующем эпизоде Бэтмена и еще в куче крутых новинках. По секрету, мы с вами скоро поиграем в Казаков в третьих.
так сказать. Вот так вот.